Привет, привет. Забыла нацепить, девчоночки мои. Как ваши дела, девочки, мальчики? Все хорошо у вас? Привет. Все нормально? В общем, я сделала красную глину. Дай бог мне. Так, ну она такая вся, вот такая, вот такая. Красотень, правда? Ой, сейчас начнем, девчонки, но красное я, вы знаете, что просто не глотаю. Вот. Поэтому один день глотаем, один день не глотаем, потому что столько глины, надо же тоже как-то их снимать. Правда, девчонки? Поэтому сразу говорю, не ругайтесь. И прям запугали меня уже совсем. Вот. Ну, как всегда, это деревянная ложка. Ну, попробуем, да, маленько. Ну, шкардос не скажешь, но ничего. Прикольно. А еще у меня подарочек такой. Вот, это девушка мне передала, у которой я заказываю. С Бишкека. Два кусочка вот таких элен. Ну, надеюсь, я раскушу. Обычно пеленые такие твердые, да? Так. Будем кушать. Ой, бурлит что-то у меня там. Даже еще не начала есть.
зачем-то губки накрасила. Можно было не красить. Как помада. Она такая супер сливочная. Закладывается.
Ну, наверное, еще у меня есть такая здесь. Сюда поставим. Немножко погрызем, да? Похрустим. Ну все, пока-пока. Кошки мяукают. Сори. За котят. Вот. Что-то они не по приглашению пришли. Пока-пока, девочки. Чипсами. Mm-hmm.